Сахар есть, но не везде. Ажиотажный спрос держится уже неделю. Причин такого взрывного желания купить побольше и впрок непонятны. Так же, как нет и четкого ответа, почему растет цена. Есть процедура, есть процессы. То есть это не проводится 1-2, потому что здесь вопрос устанавливается картельного сговора. То есть мы понимаем, что когда есть рост цены, то основная причина какая-либо необоснованная наценка, как от производителя, так и от торговой компании, и есть картельный сговор. То есть для того, чтобы его установить, это обязательно нужно время. В некоторых магазинах Белгорода полки пустуют, но не по причине нехватки товара, а как раз-таки из-за ажиотажного спроса. В одном из гипермаркетов при обычной норме продажи 100-200 килограммов в день сейчас продают по 1,5 тонны сахара. Рекорд прошедшей субботы – 2500 килограммов. Сахар в продаже есть по цене 86,99. Товарный запас у нас есть, на сегодня 6 тонн, еще ожидаем, пока сбоев не было. Охота идет именно на сахарный песок. Рафинад все так же есть на полках магазинов, но интересом покупателей не пользуются. Товароведы выкладывают сахар на стеллажи по несколько раз в день. Сотни килограммов разбирают за пару часов. Спрос есть на сахар, но сахар есть, сахар поступает, поставки бесперебойные, в наличии есть сахар, как 1 килограмм, 5 килограмм, 10 килограмм, ажиотаж, ну, мне кажется, больше вызван самими покупателями, а так товар есть, все в порядке. Как долго продлится такой спрос на сахар, не ясно. Точно понятно, что его хватит всем. По данным регионального Минсельхоза, в области создан достаточный запас. Только на субботнюю ярмарку в Белгороде к продаже готовят 40 тонн сахара. Продавать его будут по 67 рублей за 1 килограмм. Виктор Лукьянчиков, Роман Юрин, Сергей Щекалов, Белгород Медиа.